Добрый вечер, дамы и господа, мы с вами на баскетболе, это Черкасы, это дворец спортостроителей, это поединок черкасских мафий Феру за НТУ. Максим Михельсон на ваших экранах, он сегодня попробует прервать неутешительную серию для черкасских маф, ну а Феру попробует обыграть черкасские мафы на их же площадке, по крайней мере, запорожскому клубу это не удавалось пока что сделать в этом сезоне, но... Если быть объективным, всего-навсего один матч прошел здесь в Черкасах между Феру за НТУ и черкасским МАФом. Хотя эти команды прекрасно друг другу знакомы. Хорошая история противостояния в этих клубах, встречи на уровне плей-офф украинской суперлиги. Но вот в этом году с оглядка на плей-офф тоже произойдет сегодняшний поединок. Черкасский МАФ нынче находится на пятом месте турнирной таблицы в суперлиге. А как вы думаете, кто на шестом? Именно так. Феру за НТУ. Команда Кирилла Большакова дышит в спину. И даже если сегодня обыграет на черкасские мафы, то там показатели будут ровненькие у черкасских мафов и Феру за НТУ. При том, что в этом сезоне черкасы и Феру встречались дважды и разделили победы между собой. Традиционно очень сильно и черкасы, и Запорожье выглядят на своих площадках. Соответственно, именно на этих паркетах команды взяли свои домашние победы. И что вот характерно, состав Феру не так сильно изменился, да, с учетом последних встреч. А вот состав черкасских мафов значительно послабее выглядит. Главная и самая колоссальная проблема у Максима Михельсона — отсутствие разыгрывающего, основного разыгрывающего Кэмерона Рандлса, который выбыл уже там, я не знаю, месяца полтора назад, ну, может быть, месяц из строя черкасских мап, и без него команда выглядит, ну, очень уж плохо в игровом смысле. Тоже нету Игоря Чумакова, но вот в позиции больших, да, это хорошая фигура в плане нападения, но в позиции больших у черкас есть кому подменять Чумакова, ну и его потеря может быть, да, вот не такая значительная, как потеря Кэмерона Рандлса. Ну, конечно, фигура серьезная, я имею в виду Игорь Чумаков для любого клуба нынешней суперлиги. Ну, без него тоже играет, без него, его-то надо уже и забыть на этот сезон в спортивном плане, потому что он до конца чемпионата из-за перелома руки выбыл из строя. А вот Кэмерон Рандлс может вернуться в него, если, конечно же, залечит травму. Вроде бы как уже бегает, вроде бы как пытается что-то делать физически, но все-таки там трещина есть, микротрещина в ноге у Кэма. Ну и, соответственно, никто не знает из... врачей, собственно, когда сможет действительно восстановиться. Ну, надеюсь, что на плей-офф это все произойдет. В любом случае, Эшли Хэмилтон, но на ваших экранах явно не лучший отрезок без основного разыгрывающего проводит Хэмилтон. В принципе, это человек, зависящий где-то от передачи, как и все люди, которые набирают приличное количество очков. Без Рандлса ему тяжеловато. Это, в принципе, ну и плюс есть какой-то определенный спад. Сегодня на него тоже надеется, понятное дело, Максим Михельсон. А вот Кирилла Большакова надеется на Александра Рыбалка. Это однозначно. В этой пятерке вместе с Максом Канате он, конечно же, лидер. Все эти слухи о том, что Рыбалка может уехать в Украину, пока что остаются слухами. На сегодняшнюю игру он тоже в заявке. Более того, выходит в стартовом составе вместе с Рыбалкой. В зеленой форме, который выступает в Феру за НТУ сегодня, Змитрович, Тимощук, Канате и Антонин. Черкасский мафф невидимый в старте Макса Мирошниченко, основного разыгрывающего черкасских мафф в ситуации, когда нету Кэмерона Рандлса. Ну, может быть, не знаю, какой-то сюрприз готовил Максим Михельсон, выпустил в позиции первого Никиту Руслова, ему будет помогать сзади в этой стартовой пятерке Александр Кобец, на позиции форварда Кальниченко, четвертый вот этот вот парень Эшли Хэмилтон и центровой Станислав Завадский. Макс Канате высоко для себя играет, да, в принципе, несмотря на то, что он на позиции где-то часто пятого номера выступает в Феру за НТУ, он любит играть вот так оттянуто и играть с мячом, ну, скажем, не в позиции лоу-поста, а в позиции возможности там двух шагов, данков и всевозможного, то есть он не боится
дистанции. И, в принципе, Максим Михельсон говорил, что это один из неудобных моментов РЗНТУ. Если умножить это на хороший процент реализации и заряженность задней линии в бросках из периметра, это такая гремучая смесь. По крайней мере, так отозвался о картине игры РЗНТУ Максим Михельсон перед игрой. Посмотрим, как он сделал выводы, а точнее, как его команда сумела сделать выводы после его слов. Канате опять высоко. Заиграть Антонца в 3-секундной зоне у него не получилось, хотя это забегание Дмитрия мы видели. Один в один Антонец обыгрывает Кальниченко и забивает 2 очка. Кстати, вот Антонец злой гений черкасских Пауков прошлого противостояния против РЗНТУ. 6 трехочковых этот парень выпулил в кольцо черкасских Пауков. Ну и в первую очередь стал одним из тех, кто сумел сделать шикарный камбэк тогда в Запорожье. Кто помнит эту игру? Вот цифры я не помню, но там с большой разницей по ходу игры выигрывали черкасские Пауки. То ли плюс 17, то ли плюс 16. Но все-таки сумели растерять вот преимущество не в последнюю очередь за счет дальнобойности Феро. Ну и после этого в итоге-то проиграли игру черкасские Мавпы, а Феро взяло такую важную и волевую победу. Опять с игры не получается у команды Максима Михельсона, а Тимощук очень легко проходит Александра Копца. 4-3. Феро уже лидирует в сегодняшнем матче. 2 минуты у нас за спиной игрового времени. Смотрим позиционку от черкасских Мавп. Кобец грузит Эшли Хэмилтона. Ну, посмотрим. Интересно. Это один в один против Канате, как сыграет Хэмилтон. Вроде бы обыграл, но вот передача была, понятное дело, лишняя. По крайней мере, не такую, наверное, надо было отдавать. Антонец бьет из-за дуги. И мяч тронул циферблат. Кирилл Большаков на ваших экранах, опытнейший наставник. И понятное дело, о чем он думает, о том, как бы подняться повыше в турнирной таблице. И сегодняшний матч, исходя из того, что мы смотрим концовку регулярки, очень и очень важен для обеих команд. И для черкасских Мавп, и для РЗНТУ. Кобец, ну надо бить. Александр Кобец стреляет из-за дуги, но не берет свой хлеб. А вот Стас Завадский делает то, что от него ожидает. В принципе, команда забрала подбор на чужом щите, и легкие 2 очка последовали после этого. Свалил Хэмилтон, не дал возможность развернуться Змитровичу. Канате. Канате остался один в один против Завадского, оттянулся на периметр, попытался его расстрелять, не получилось. Но не получилось и подобрать, но вот такой, знаете, бросок, который от которого Канате, наверное, ожидал попадания, потому что бороться, в принципе, за отскок не было-то кому. Другое дело, что черкасы тоже простили своего соперника. Змитрович шмаляет из той же точки, с которой не забил Канате, и ситуация аналогичная. В 3-секундной зоне даже примерно возле нее никого не было в зеленой форме. Хорошая передача проходит на Завадского. И это 2 с фолом. Это 2 с фолом. Пока что Стас тянет свою команду. Помним мяч на чужом щите, который он забрал, плюс 2. И сейчас 2 с фолом делает после передачи Никиты Руслова. Кстати, это вот Руслова, который выбыл из-за травмы на очень долгое время, вернулся в коллектив и в последней встрече против Днепра Азота сыграл больше 20 минут. Вельховецкий только что был на ваших экранах. Он вышел на площадку. Александр Рыбалка остался. А точнее, занял его место на лавочке. Что-то не получилось у опытного защитника. Вельховецкий. Пол дают.
холл дают Андрею Калиниченко, хотя, конечно, там игрок заступил за линию, но это уже было после фола от капитана черкасских мав. Кстати, это Андрей Калиниченко в прошлом туре установил рекорд черкасских мав за последние 4 сезона. Он взял 33 очка в одном матче, плюс ко всему еще и собрал 12 подбора. Ух, Канатета выкрутился как? 2 с фолом. Наказал он Станислава Завадского и, в принципе, отдал должок, помните, за те вот 2 с фолом, которые Стас уже пробивал. Так вот, Калиниченко взял 33 очка и 12 подборов, но его команда проиграла в очень траурном, честно говоря, матче для черкасских мав. Матче с малой вариативностью в нападении. А почему она таковой была? Да, я уже говорил, что ключевые были проблемы в составе, и вот вариативность нападение очень утратило после того, как Рандл с Чумаков ушли. Фактически такая, знаете, ключевая двоечка, за счет которой полсезона черкасские мав поколотили и набирали свои очки. Проваливают вот эту вот работу черкасские мавы за отскок. И у Ферзенту атака вторым темпом. Хорош Антонец, но забивать надо было. И сейчас Канате отобрал мяч у Калиниченко, выиграл щит. После своего же непопадения Змитрович не попадает. Пока что не летит по РЗНТУ. Даже свободные броски не забивает команда Кирилла Большакова. А то, в принципе, что по ходу сезона очень часто удается запорожцам. Ну и мы с вами видим Буц сейчас вступит в игру, ну, дабы помочь массой в трехсекундной зоне. Канате пойдет на более для себя, наверное, по антропометрии привычную позицию четвертого номера. Буц будет играть пятым, хотя по большому счету, ну, он тоже такой нечистый центр. Хэмилтон наварил. Первая передача чуть ли не допустил потери. Но развернись, отдай дальше. Не пошло. Нет, все-таки Хэмилтон настырный, опустил голову и все-таки потерял мяч. Тимощук. Кто не знает, этот парень в свое время играл в черкасских мавах, правда, тогда в дубле этого клуба. И как вы думаете, кто играл вместе с Тимощуком? А это Макс Канате. Не все помнят такую историю, но 2 сезона эти ребята, которые сегодня вышли в основе по РЗНТУ, провели в составе дубля черкасских мав. Буд здорово развернулся, через двоих попытался забить. Там уже концовочка немного подвела резервистов РЗНТУ. Руслов стреляет, но явное не попадание, это было заметно. Дальний отскок команд забрали гости, и Верховецкий пытается продавить Руслова. Четвертый фол черкасских мав, тоже четырежды фолил запорожский клуб. Ну и Рыбалка возвращается на площадку. Посидел, подумал, судя по всему, опытный защитник. Мало что получалось у него в старте этого матча в нападении, но, может, сейчас после лавочки пойдет. Ну, кстати, это пятый, не четвертый, а пятый фон черкасский мав, поэтому Верховецкий вышел на линию штрафных. Один из двух забивает Верховецкий и тем самым сравнивает счет. Руслов ждет, пока Хэмилтон найдет равновесие на площадке. Завадский толкается. Завадский пытается спиной продавить Буца. У него это не получилось. Мяч опять пошел в движение. И Хэмилтон со средней дистанции не попадает. Много сегодня мажут обе команды. Вопрос только в том, у кого полетит первого. Я думаю, от этого будет и зависеть рывок. Если, в принципе, ничего там кардинального не поменяется. Блокшот от Стаса Завадского. Казалось бы, в Верховецкому, что он уже отсек этот эпизод. Завадский остался за спиной, но вот на подстраховке достает своей длиннющей рукой центровой черкасских мав этот мяч. Кривцов выходит на площадку. Хэмилтон сел отдохнуть.
Опять Завадский хорошо в защите играет, не дает возможность подняться. Буцу снизу выбивает мяч, и все это приводит к тому, что время-то истекло. 24 секунды уж давненько как оттикали, и рыбалка не успевает. Не успевает вторым темпом продолжить эту атаку, но и опять-таки в героях Станислав Завадский. Очень нерезультативная у нас стартовая 10-минутка. 16 очков за 6,5 минут. Мало. Маловато будет. И вот Завадский хорошо поработал дважды в защите, а сейчас отличился и в нападении. Выводит вперед он опять свою команду. Рыбалка. Вот-то у кого полетело наконец-то. После серии неудач на себя берет лидер. 36 лет парню. Человек, который повидал и поиграл в баскетбол больше, чем, может быть, живет Никита Руслов. Вот это вот интересное противостояние. 18 лет Никите Руслову и 36 Александру Рыбалке. Он играет один в один против индивидуальной защиты сегодня. По идее, так должно быть. Буц против Завадского. Снос на периметр. Опять Канате стреляет с этой дистанции, опять не попадает. Руслов закрывает трехсекундную зону. Очень так плотненько игроки Ферроза НТУ. Не удается ни Кривцову, ни Завадскому туда протиснуться. И опять мяч гуляет периметру. Нужно что-то решать. 6 секунд остается у Руслова. Руслов поднимается и бьет. И Руслов попадает. Руслов попадает и делает счет 13-11. Помните, мы говорили, интересно, у кого полетит. Но, судя по всему, полетело и в одной, и в другой команде. Рыбалка и Руслов обменялись трехами, и сейчас счет у нас 13-11. Опять Рыбалка стреляет, но его нельзя так просто оставлять, и точно так же нельзя отдавать мяч в ситуации, когда подбор выигранный, и опять три очка в одной атаке может принести своей команде Александр Рыбалка, только ситуация меняется, это два с фолом, сейчас для трех баллов ему надо еще попасть с линии. Кривцову сейчас достается, но, во-первых, что он свалил, да, а во-вторых, это ситуация, когда, помните, Руслан не дотянулся до мяча. Но все-таки кому-то надо было там закрывать, ставить спину, потому что, ну, чистый, по идее, должен был подбор хозяев, а так вышло плюс 3 для гостей. Что там у нас, пятый фол. У Антонца, кстати, уже второе персональное замечание. Важная фигура, в принципе, по ротации у Кирилла Большакова. И, может быть, есть смысл его переделать. Снимает Максим Михельсон Станислава Завадского. Я думаю, не из-за того, что он недоволен его игрой, но как можно быть недовольным? Стас 9 очков, 3 подбора сделал. Это максимум, который есть пока что в статистике в составах обоих команд. Но из-за того, что просто, может быть, боится, что физически подсядет Завадский, бережет его, выходит Шаламов. Шаламов стреляет, холодный, из-за дуги не попадает, но Кобец берет мяч на чужом щите. Тоже важный компонент для хозяев. Опять хорошая скидка на Кобца, и в этот раз снайпер попадает. 18-14, плюс 4. Такой разницы в сегодняшней игре еще не было. Очень плотненько друг к другу шли команды, но сейчас черкасы сделали мини-рывок за счет вот этой вот трехи от Александра Кобца. Луговцов заступил за линию.
И Коби, в принципе, вынудил это ему сделать. Там вот вопрос был только в том, фол был раньше или арбитры увидели линию. Второй вариант. Канате на ваших экранах. Где-то не так, как обычно, активен Макс Канате. Его отрезали пока что от трехсекундной зоны. Черкасский Мавпа, понятное дело, разбирал Максим Михайлсон эту ситуацию. И пока что это неплохо получается. Из-за периметра. На периметре у него много воздуха, но он там не опасен. И это показал, в принципе, его процент реализации в стартовой 10 минутки, а вот в трехсекундную зону его попросту не пускают. Других пускают, да, там есть воздух у других, но вот с Канате играет там сдваивание, его с мячом как огня боятся в краске и правильно делают. Антонец возвращается на площадку. Ну и опять-таки в составах обеих команд есть 5-6, ну может быть 7 игроков, да, примерно одного уровня. Вот люди, которые выходят с глубокого резерва, они выходят для того, чтобы дать подышать основе, и не всегда у них это хорошо получается, так как это произошло у молодого Луговцова. И Максим Михельсон опять семенит заменами, очень... Молодой ростер сейчас у его команды. Один Кривцов опытный и 4 игрока, 4 воспитанника клуба, ну, кроме Балабана. Ткаченко, Воевода, Шаламов плюс Балабан. Это пятерка от Максима Михельсона. Ну, я не знаю, я не тренер, но, честно говоря, вот немного рискую, да, потому что Максим Михайлович, вроде бы и рывочек был, и тут он выпускает резервистов. Подышать, понятное дело, нужно основным игрокам. Но вот Балабан сыграл немного, упустил своего и сел на лавочку запасных. Вместо него выходит Ткаченко. Извините, Калиниченко, Ткаченко уже был на паркете. 14 секунд у нас остается до конца стартового периода. Девять секунд. Шаламова оставляют против Камусаки. Шаламов входит в трехсекундную зону. Шаламов забивает. Здорово все сделал молодой бигмен черкасских Мав. 21-16. Взял на себя, притом взял на себя довольно высоко. Обыграл Камусаки и потом от стекла рабочие 2 очка для себя сделал. 21-16. Ну, в принципе, вот в этом сезоне очень много игровой практики имеет черкасская молодежь. В принципе, во многих клубах молодежь играет часто. Но проблема-то в чем для черкас? То, что этой молодежи это 17-18 лет. Если говорить о других молодых игроках, то в основном то в Суперлиге там 19-20 лет, да, ну это тоже молодые игроки, но, знаете, вот разница в 2 года в этом возрасте, она феноменальная. А вот она, эта передача Калиниченко. Здорово все сделал Андрей. Коби сейчас забьет. Классный снос, классный ассист от мегаопытного Андрея Калиниченко. И хорошая работа кисти от Александра Кобзи. Ну и последняя атака черкасских Мав. 2 очка от Андрея Шалама. В принципе, удалось черкасским Мавам сообразить рывочек в конце стартового периода. У них полетело. Руслов и Коби забил. То, что у них не летело в начале матча. Ну и плюс ко всему еще и сумели ошибки защитников они переплавить в набранные баллы. Это тоже важно. 21-16. Какой это у нас счет? Смотрю я на цифры статистики. По подборам практически ровная ситуация. 11 подборов взяли черкасские Мавпы, 12 Фаеру за НТУ. Ага, при том, что из этих 12 4 у Николая Верховецкого. У черкас уже 14 баллов эффективности имеется у Станислава Завадского. У него 9 очков, 3 подбора, 3 фала соперника.
два блокшота. Хорошие цифры для Завадского. Он, конечно же, выходит в старте на вторую 10-минутку вместе с собой. Он прихватил Копца, Кривцова, Руслова и Хэмилтона. Что там, старт получается. Кальниченко, Кривцов. Единственное изменение, исходя из стартового состава черкасских команд. Пуферо, Антонец, Рыбалка, Тимощук, Дмитриевич, Канате. Завадский не забивает. Там в борьбе, понятное дело, что он бросал. Но кто даст свободным бросить из своей краски, потому что он чуть ли не с полукруга бросал Завадский. Ну, не получилось у него. Опять Канате высоко, опять Канате пытается нырнуть. Завадский в ногах, кстати, не уступает. Канате не пускает его, по крайней мере. Но сейчас Макс все-таки выйдет на линию штрафных. У Завадского это второе персональное замечание. Его снимает Максим Михельсон. Процент реализации трехочковых, кстати, на Завоя. 2 из 8 у черкасских мап, 1 из 7 у ФРЗНТУ. Очень низкий. Плотно от броска играют обе команды. Ну, по статистике так получается, да? Хотя я не скажу, что уж очень архитяжелые броски были из-за дуги. Особенно-то у ФРЗНТУ. Канате уходит. Вот это пространство, которое нужно Максу Канате. Но опять не дают ему возможность забить. Только на линию штрафных выходит Канате. Важно для Черкас не дать разогнаться Максу Канате и не дать возможность почувствовать уверенность в своих силах. В первой 10 минутке это Черкасам удалось. Лидер ФРЗНТУ взял 3 очка всего-навсего. Он сделал еще 4 подбора. А нет, извините, это все-таки Вельховецкого 4, 2 подбора у Канате. Но все равно по нападению он не такой заметной фигурой был, как привыкли его видеть. Кобис разорвал дистанцию, попытался забить, не получилось. Быстрое нападение сейчас могло было быть у ФРЗНТУ. Тимощук высмотрел Канате. И это третий фол за сколько? За полторы минуты именно на Максе Канате. Пытается через своего большого играть гости. Ну и в принципе у них это отчасти получается во второй 10 минутке. В очередной раз Канате выходит на линию штрафных. У Черкас уже 3 командных замечания, но все они были исключительно на Канате. В этом сезоне Макс Канате лидер по количеству набранных очков в составе ФРЗНТУ, лидер по количеству подборов. В принципе, и лидирует Канате в этом компоненте и в Суперлиге. 9,3 подбора в среднем за игру берет Макс Канате. И плюс к этому 19,6 баллов. Очень много. Ну и в принципе, это ключевая фигура. Много через него именно играют. Если там посмотреть процент комбинации, которые сделаны под Канате, то он будет довольно-таки высок у ФРЗНТУ. Вот тут вопрос, был ли фол? Вроде бы в динамике показалось, что было, а на повторе как-то не совсем внятно, но опять Канате продолжает выходить на линию штрафных.
И продолжает бить с не самым высоким процентом реализации. Эшли Хэмилтон со средней попадает. Кстати, это Эшли Хэмилтон в последнем матче против Фэреза НТУ 30 очков собрал. Очень приличные цифры. Но тогда команда из Черкас уступила. Уступила со счетом 87-100. Представьте, как провалили в защите. Змитрович не забивает через Шаламова. И там, по-моему, был горшок еще. Хороший отрезок игровой от Андрея Шаламова. И по нападению помог молодой игрок. И сейчас потащил в защите. Свободного броска. Хэмилтон нужно брать на себя. Хэмилтон тяжеленный бросок под аккомпанементы сирены. Но Хэмилтон не попадает, хотя очень рядом где-то был британец. Повезло Фэро. Перехвата не получилось у Эшли. Змитрович не попадает. Змитрович на сегодня с процентом реализации у Фэро. Просто катастрофа из-за дуги. Надеемся, что все-таки у запорожцев полетит. Кобец надо бить. Александра Копца свободного оставили на периметре. Один из трех сегодня он забил. Если брать в учет и эту треху. И все три раза ему давали свободное пространство на дуге. Это Эшли Хэмилтон. Фактически без защиты. 27-21. Плюс 6 для черкасских мав. Это максимальная разница. До этого было плюс 5 у них максимум. Ну и сейчас воевода и компания может еще увеличить эту разницу. Притом мне нравится защита хозяев. Это тем, чем не баловали особо черкасские мавпы своих болельщиков в последние игры. За 15 минут игрового времени очень быстрая команда ТФР ЗНТУ забила всего-навсего 21 очко. А это Кэмерон Рандалс. Он говорил, что перед игрой я готов играть, но есть, конечно же, у него болевые ощущения. Он только начал пробежки там делать. И пока что далеко к тому, чтобы рассчитывать на Кэмерона Рандалса. Но есть ожидание, что, может быть, он заиграет в плей-офф. Команда с Рандалсом и команда без него – это две большие разницы. Кстати, сегодня Максим Микельсон не дает играть основному сменщику Рандалса. Это Максим Мирошниченко. Да, Мирошниченко провалил игру в Днепродзержинске. Более того, там получил и 5 фолов, но не из-за этого он провалил ее. Очень много забивали через Мирошниченко, да и в принципе через всю заднюю линию черкасских мав. Воевода, это снайпер, молодой снайпер, но он не попадает. Шаламов снимает мяч на чужом щите. За это получает аплодисменты черкасской публики. Не дают возможность нырнуть в трехсекундную зону Эшли Хэмилтону. Кальниченко из-за дуги не попадает. И кто там? Рыбалка, да. Рыбалка выгрызает этот мяч. И, к сожалению, фолит. В этой борьбе Игорь Кривцов. Это шестой фол черкасских мавп. И сейчас Рыбалка будет пробивать. Третье персональное замечание у Игоря Кривцова. Это тоже досадный момент для хозяев площадки. Ну, Фэро за НТУ только с линии штрафных. Вот, у меня такое ощущение, собирает очки во второй 10 минутке. Так, в позиционном нападении мало что получается у команды Кирилла Большакова в этом периоде. Но, в принципе-то, своего соперника они не отпускают. Хэмилтон. Авантюра еще та.
какое там, на 6-й секунде владения мячом пульнул такую треху. Не обязательно, абсолютно. Да еще и не попал. Вот еще одна авантюра. Спорный мяч, но стрелочка-то смотрит в сторону кольца фэра за НТУ, поэтому мяч останется у хозяев. У Эшли Хэмилтона была травма, и после этой травмы он все никак не может войти в игровой ритм. 2, 4, 8, 12, опять 4, но это не его цифры, я имею в виду количество набранных очков, это не те цифры, которым приучил Эшли Хэмилтон свою команду. Ну и опять-таки я уже говорил, что этот парень, как и все баскетболисты, которые набирают большое количество очков, очень зависим от первого номера. Вот, свободно сыграть Хэмилтону не позволяет, в принципе, раздающий. Все то, что он набирает, это импровизация, это индивидуальное действие. Как сейчас, и вот это потеря из-за этого. Командно Хэмилтон не играет. Может быть, чувствуя то, что его не могут заиграть вот, в опасной ситуации. Поэтому он берет на себя вот таким образом. Теряет мяч и остается на площадке. А все потому, что фактически некому подменить. Четыре опытных игрока. Это Завадский, Хэмилтон, Кондиченко и Кривцов. Кривцов сейчас на трех фолах. Все остальное, все остальные, это молодые игроки, которые не совсем внятно проводят последний отрезок сезона. Не повезло сейчас Вельховецкому. А так мог бы в одной атаке фактически догнать черкасские мапы, но сейчас попробует стрелять с линии. Ну и вот он, Максим Мирошниченко, который промариновался на банке, сколько там, 16 с хвостиком минут игрового времени в сегодняшнем матче. Человек, который вроде бы должен был в старте выйти, выходит под концовку второго периода. Верховецкого все гораздо лучше, чем у Макса Канате из реализации штрафных. Мирошниченко. Не проходит эта двоечка. Страховали Завадского. Есть скидка на периметр, но у Шаламова тоже не полетело. И Хэмилтон дарит мяч Максу Канате. 4 против пятерых, понятное дело, где-то же свободный-то будет, а этим свободным оказался Вельховецкий. Его треха и Фарус НТУ уже впереди за 3 минуты и 10 секунд до окончания первой половины встречи, 30-29. Вот она цена потери Эшли Хэмилтона. Еще одна потеря, невразумительная. Рыбалка, фалит Андрей Шаламов, и опять не получается вытащить максимум с эпизода. Для рыбалки это было бы 2 с фолом. И Максим Михельсон очень правильно берет тайм-аут. Не получается вот в последнем отрезке ни по нападению, ни по защите сыграть. Феро неплохо выглядит при зонной защите. Полностью закрыли 3-секундную зону. Плюс Черкас не полетела, и вот и все. Ну и, конечно же, наварил Эшли Хэмилтон. За последние 2 минуты 3 невразумительных действия. Это многовато. Не будет. Поединка начинает серию домашних игр, но она не такая уж длинная, но вместе с тем они сыграют на своей площадке 3 матча подряд. Это вот сегодня против Фэрос НТУ, это 27 марта против Политехники и 29 марта против Николая. По большому счету от того, как
Черкасский МАП проведут концовку регулярного сезона, зависит то, с какого места они выйдут в плей-офф. Сейчас для команды Максима Михельсона просматривается очень хороший вариант, да, брать все три победы и занимать четвертое место, выходить в плей-оффе на Киев и иметь преимущество домашнего паркета. Это, в принципе, идеальная ситуация для черкасских МАП. Но тут вопрос другой. Как взять-то эти три победы? Вроде бы-то соперники, а все, кто находится ниже турнирной таблицы черкасских МАП, и по силе где-то по увядающей все это идет. Сначала Фару, потом Галичина, потом Николаев. Но все же без основного разыгрывающего это архисложно. И вот сегодня мы это тоже с вами видели, несмотря на хорошую защиту. Действительно хорошую защиту, если брать и анализировать последние игры черкасских МАП, то сегодня действительно хорошая защита. Так вот, несмотря на это, черкасские МАП не могут придумать ничего в нападении. Ну, большие акценты на работу возле своего щита сделала и одна, и другая команда. Завадский раньше времени, по-моему, пошел работать на щите. Один из двух от Шаламова, и у нас общий счет 30-32. Шаламов перехват, ничего себе прочитал молодой игрок. Андрей Шаламов разбирается здорово. Андрей Шаламов, фактор X первой половины встречи для черкасских МАП. Вы помните его работу в защите, вы помните его треху. Пару хороших атак из трехсекундной зоны. Вот сейчас этот перехват. Это перехватище, а не перехват для молодого игрока. Ну а тут нервишки подвели. Он свалил на Александре Рыбалка и дал возможность защитнику выйти на линию штрафных. А у того изумительный процент реализации с этой дистанции. Вот, извините, подругу сказал. Замена у Черкас, садится Шаламов. Выходит Ковец. Самая большая проблема этого молодого и мегаопытного игрока Александра Ковца – это его защита. Пока что в сегодняшней игре, по большому счету, он где-то справляется с этим. Без касания, по мнению арбитра, сейчас защитился Рыбалка против Кальниченко. Тимощук долго тарабанит без дела этот мяч. Просунул все-таки на Канате. Опять фол. Сколько? Я не знаю, там уже чуть ли не десяток фолов собрали черкасский МАП во второй 10 минут. Вот Андрей Кальниченко высказывает в принципе то же самое. Интересная ситуация, да, вот ладно, я не буду продолжать. 35-32. Минуту 30 играть, очень важно, как эти 90 минут проведут обе команды, в каком настроении они отправятся в раздевалку. Хэмилтон поливает из-за дуги и опять поливает не туда, куда надо. Да сколько же можно мазать свободные броски? Дмитриевич, очередная потеря. Вторая, по-моему, потеря от Дмитриевича за последнюю минуту. И Калиниченко отвечает тем же. Вельховецкий бьет из-за дуги. И вот как надо бить. Вот как надо реализовывать свободные броски. Вторая треха Вельховецкого в этой 10 минутке. Фаро имеет плюс 6. Это максимальная разница в счете для гостей в сегодняшнем матче. Хэмилтон. Ему дают воздух. И он все-таки попадает. Упорный, не попадущий в сегодняшнем матче, но только не до этого броска.
Треха летит от Хэмилтона. 35 на 38. Черкасский Мафл в игре. Канате. Двойка тоже не проходит. Тимощуку просто не дают возможности отдать на Канате. Очень плотно за получение играет с этим игроком черкасские Малпы. Фарос НТУ. Третий фол в этой 10-минутке. Это не пробивной. И Максим Михельсон берет тайм-аут, дабы расписать последнюю атаку. Но, в принципе, все правильно. А у Фарос НТУ есть возможность подумать о последней защите в этой 10-минутке. Это быстрый отрыв после перехвата Андрея Шаламова. Хороший Андрей Шаламов в первой половине. Ну что, давайте на его цифры, да, наверное, глянем. 5 очков, 3 подбора, 1 перехват, как минимум, я тоже помню. Но это недолет от Эшли Хэмилтона. Сегодня много свободных бросков не попал на Эшли Хэмилтон. Но его не будут менять. У него 10 очков, 5 подборов, хотя не самый лучший процент реализации. Они будут менять почему? Потому что, в принципе, квалифицированно заменить этого игрока некому. Фактически некому. Универсальный баскетболист, а за спиной одна молодежь. На последнюю защиту в этой 10 минутке выходит Фарос НТУ, имея плюс 3. А эти парни выходят на последнее нападение, имея минус 3. Интересно, под кого там была расписана комбинация? Секунд остается. Руслов убивает время. Руслов снос на Кальниченко. И Андрей попадает эту трёху. Здорово все сделали черкасские Малпы. И сумели сравнять счет в первой половине встречи. 38 на 38. И явно все самое интересное у нас будет во второй половине.
тебя будут ноги болеть. Возвращаемся в Черкассы, это дворец «Спортостроитель», 38-38. Такой счет у нас после первой половины встречи. Очень интересного матча. Ну, первую 10-минутку выиграли хозяева, вторую гости из Запорожья. Ну и красивые цифры мы с вами видим. Соответственно, паритет, и все будет решаться уже во второй половине матча. Быстренько в стартовых пятерках на третий период. Фаеру, который играет в зеленой форме. Тимощук, Анатолий Лиховецкий, Рыбалко, Гудс. Черкасские мавпы, белые цвета. Руслов, Кобец, Кальниченко, Завадский, Хэмилтон. После первой половины встречи у Фаеру небольшое преимущество в количестве собранных подборов. 26-22. Но черкасы немного больше забили из-за дуги, ну, 4, хотя бросали они 15 раз, представьте себе. Канаты опять, кстати, не дают возможность с игры забить. Антонец как гирю бросил, но у него не было выбора, одна секунда оставалась, поэтому ему надо было гораздо, очень быстро было завершить нападение своей команды. Но, соответственно, все это оказалось безрезультативным. Хэмилтон не забивает, он очень много сегодня бросает. Давайте глянем на его статистику. 3-6 со средней и ближней дистанции и всего-навсего 1 из 5 из-за дуги. Вот если бы 50% своих попал из периметра, да, то разница в счете была бы хорошая. Для черкасских мавп, в принципе, да и у Фаеру не летит. Дмитрович, очередная потеря чуть ли не случилась от Якова Дмитриевича. Какой-то он полусонный, что ли. Помним, во второй 10 минутке его обыграл Шалама, потом еще что-то приключилось со Дмитриевичем. И сейчас опять немного не доглядел. Повезло, что ногу Копца мяч тронул. А, кстати, черкасский мавп второе нападение подряд. Заканчивает вот эта вот сирена, которая говорит о том, что 24 секунды бежали. Кальниченко через руку Дмитрия Антонца. Тяжелый бросок и не попал Андрей Кальниченко. Кстати, на своей трехой капитан черкасских мавп не сравнял счет в первой половине матча. Антонец хорошо прошел он Копца, хорошо и забил. Это первые очки, кстати, в этой 10 минутке, а у нас уже за спиной полторы минуты игрового времени. Руслов. Завадского. Завадский у нас самый продуктивный игрок первой половины. 11 очков, 3 блокшота и 3 подбора у Станислава. Кобец хорошо развивал дистанцию и ударил, тем самым извинился за свои грехи в защите. Рыбалка. Вроде бы тяжело Александр Рыбалка вкатывался в эту игру, но потом все случилось неплохо. И опять забивает снайпер, опять через Александра Кобца. 43-40. Разумку впереди, Руслов не решается на бросок, а очень зря. Кальниченко поливает из-за дуги, в этот раз попадает капитан черкасский мат. Саун, да я, ответ Рыбалка. Два капитана отстрелялись. Быстрая игра у нас пошла. В принципе, и черкасские мапы, и ФРЗНТУ любят такой баскетбол. Но в особенности ФРЗНТУ очень часто эта команда заканчивает игру, имея более там 90 очков. Ну а черкасы вот куда-то поделась. Это агрессия в защите, которая была полторы десятиминутки.
Пока что многое, что получается у Фару в нападении. Опять быстрое нападение. Опять в этот раз. Не опять, а в этот раз все завершает Макс Канате. Я говорил, что очень важно для хозяев площадки, если они не хотят пролететь в сегодняшней игре, это дать разогнаться Фару. В первой половине встречи, по большому счету, такой хорошей вятской защитой черкасам удалось сдержать запорожский клуб. Но сейчас это не получается. Фол нападения. Дает арбитр там в борьбе за выбор позиции. Кальниченко дает второе персональное замечание. Феро пошел в отрыв. 47-43. Кстати, в этом матче и Черкасы, по-моему, имели плюс 6, и Феро за МТУ. Небольшая разница, то есть друг друга соперники не сильно так отпускали. Кальниченко защитился на Дмитриевича, тоже не дали поиграть, хотя контакт вроде бы тоже был. Ух, хорошая передача прилетела прямо в руки снайперу, Хобис не забивает, и Кальниченко забирает мяч на чужом щите. Завадский против Канате. Это противостояние мы сегодня уже не впервые видим. И сейчас Канате выиграл. Единоборство у куда опытнее игрока. Руслов срывает эту атаку тактическим фолом. И замена. Уходит Рыбалка, выходит Верховецкий. Кстати, вот Верховецкий единственный игрок, у которого летит сегодня. Из-за дуги в составе Фэра. Ну, Рыбалку тоже, в принципе, к этому числу можно отправить уже после этой трехи. Третьей 10 минут. А Верховецкий забил 2 из 2. Тимощук. Без комбинации решил сыграть молодой защитник. Отбежал за вас, бросил, но не попал. Хэмилтон, я думаю, что будет что-то подобное придумывать. Кальниченко опять, не думая, бросает из-за периметра. Интересно, но там есть завадки. Да? На это нужно будет рассчитывать. Кальниченко есть кому почистить. И завадки сделал то, чего ожидали, в принципе, от него. Черкасы опять очень близко к Феру, 47-45. Быстрый баскетбол мы с вами наблюдаем. Это то, чего не было в первой половине встречи. Хэмилтон, хорошая передача нашла, но и тут делает свое дело просто и отстегла. Неплохую вторую 10-минутку выдал Шаламов. Это, в принципе, супер в половине встречи. И сейчас Шаламов тоже взял свои баллы. 47-47. У Шаламова 7 очков и 3 подбора. Тимощук обыграл Руслова. Просто на скорости обошел защитника черкасских Мав. Завадский со средней. Да, это его хлеб. В принципе, была ситуация, когда Дмитриевич очень активно защищался на дуге против Завадского. Может быть, не стоило было это делать. А вот поближе к щиту, почему-то этой защиты я не увидел. Потеря у запорожского клуба. Рыбалка выходит на площадку, уходит Антонец Дмитриевич, а вместе с Рыбалкой, кстати, Дайгуц вышел. Человек, который практически весь сезон сыграл в высшей лиге, вот не так давно он присоединился к Феру и, в принципе-то, усилил переднюю линию запорожской команды. Ух, если бы забил еще Хэмилтон. Шаламов явно не туда побежал. По реакции тренера это точно заметно. Черкасы после стартового провала в третьей 10-минутке все-таки возвращают себе лидерство. 50-49.
Ну, я думаю, что такое, знаете, матч очком-очком мы с вами будем видеть до финальной сирены. По крайней мере, мне так кажется. И, по сути, сейчас все так именно слаживается, но опять рыбалка забивает. Вот вроде бы играли очень хорошо и плотно против этого игрока. Нет, не дали возможность разогнаться. В защите хорошо опекали его. Но сейчас куда-то поделась эта защита черкасских мап на дуге. Гуц отправил Станислава Завадского на линию штрафных. У Завадского 15 очков и 4 подбора. У Рыбалка 14 очков и 3 подбора. Самые результативные игроки и, по сути, лидеры команд в сегодняшнем матче. У нас там параллельно шел, а уже и закончился матч в Южном. Так вот, Химик с огромнейшей разницей обыграл Николаев 104 на 42. По-моему, это антирекорд по количеству набранных очков в одном матче. Гуц против Шаламова. Хорошо отработал уже на паркете Гуц. И что там? Завадскому дают персональное замечание. Это третье персональное замечание. Кстати, на трех фолах, по-моему, и еще один бигмен черкасских мап, Игорь Кривцов. Именно Кривцов сейчас поменяет Завадского. Давненько мы не видели этого большого на площадке. Но сейчас, судя по всему, вот эти вот 3 минуты, третьи 10-минутки и доиграет Кривцов. На позиции большого, на позиции центрового больше того. Но исходя из этого состава, ФРС НТУ, в принципе, может позволить Максим Михельсон. Что там, 3 секунды дальше? Честно говоря, упустил этот эпизод. Так вот, исходя из этого ростера, из ситуации, когда Гуц или Каната играет в позиции 5 номера, Максим Михельсон может позволить себе иметь в этой позиции Игоря Кривцова. Каличенко. Кривцов классно развернулся и забил. Игорь Кривцов. И опять черкасы впереди, опять у нас поменялся лидер. Вуд сходит в краску. Ну как же так? Зачем этот фол? Ну, понятно же было, что до мяча будет тяжело достать, но это больше эмоций. Опытный игрок свалил, и свалил Андрей Кальниченко. Ситуация, когда Буд все решил. У Кальниченко, как и у Кривцова, и у Завадского уже 3 персональных замечания. А Буд 3 очка в одной атаке. Доходит эта передача к Андрею Кальниченко, но в свою очередь там показывает, куда надо было ему отдавать мяч. Кстати, интересный факт, сегодня мы в этом матче на одной площадке могли бы увидеть двух лучших разыгрывающих в Суперлиге. Это Кэмерона Рандалса и Александра Рыбал. Потеря от Андрея Кальниченко, но и по большому счету Шаламов там потерял концентрацию, не открылся, и сейчас все это сыграло. Ударило по мозгам, скажем так, и по эмоциям молодого игрока, и он пропустил еще и в защите. Таким образом имеем рывок, и Фарзентов может его продолжить, перехват у Верховецкого, но все это успокаивается, быстрого нападения не будет. Тимощук, 2 с полом через Никиту Руслова, и сейчас будет тайм-аут. Судя по всему, провалились черкасские мавпы, к сожалению, для них вот, в эти 1.5 минуты игрового времени. Утратили нити игры, в принципе, и в защите очень слабо выглядели, и по нападению ничего не сообразили такого конструктивного. Сумбурные
то, что атаки, да, сумбурная подготовка, и после этого потери, все это посыпалось, и все это закончилось рывком ФРСНТУ, при том, что ФРО близок к максимальной разнице в счете, сейчас она является 3-6 для них. Завадскому уже не так комфортно в этой зоне, несмотря на то, что по антропометрии он, конечно, превосходит всех игроков ФРСНТУ, но все-таки ты понимаешь, что выводы были сделаны правильные в большом перерыве. Хорошая атака, мы с вами видели Крипто, агрессивную, с разворотом. Классные два очка. Но значительно важнее, судя по всему, были вот последние очки, которые вы увидели от Ивана Тимощука. При том, что до этого мы с вами видели перехват, да, и Тимощук сейчас выйдет на линии штрафных и может установить максимальную разницу в сегодняшнем матче. Непростой матч для черкасских МАВ, понятное дело, и непростой матч для тренера команды. Тимощук заигрывает Буца. 4 секунды, надо что-то решать. Тимощук, интересно, видит тайминг или нет. Буц видит его, не попадает, но мяч все-таки остается у ФРСНТУ. У меня такое ощущение, что в третьей 10-минутке ФРО вчистую выигрывает щит. Но заряженности, по крайней мере, побольше в борьбе. И сейчас... просто повезло черкасам, что не забил Дельховецкий. Рыбалка была, это возможность. И что? Это два с полом. Это два с полом. И Александр Рыбалка выходит на линию штрафных. Продолжается этот камбэк от ФРСНТУ. И сейчас разница в счете, ну, может быть, уже такая, знаете, архиопасная для хозяев площадки. И 3 очка в одной атаке. Мирошниченко вышел на площадку. Счет 53-62. Ну, посмотрим. Сейчас надо что-то предложить. Сейчас мамам архисильное, архинеординарное. Крипто опять от стекла. Это хорошие рабочие очки для поддержания духа, скорее всего, команды. Ну, а теперь нужна хорошая защита. Если, конечно же, вы не хотите, чтобы интрига в этой игре подгорела. Канате с периметра не попадает. А сколько же он может поливать сегодня? Ну, не летит у него. И, в принципе, черкасы это понимают. Дая возможность, дая воздух на трехочковой дужке. Бигмену ФРСНТУ. Крипцов. Крипцов против Канате в очередной раз. Крипцов по страховке там подоспела очень вовремя. 1 секунда, Крипцову нужно атаковать, не успевает Крипцов. Эмоции у Кирилла Большакова, там вы их не видите, но чуть ли не снес он арбитра встречи в эмоциональном порыве. Тайм-аут. 5 секунд будет у ФРСНТУ для того, чтобы разыграть свою атаку. В принципе, для баскетбола вполне достаточно времени, чтобы эта атака была результативной. Ну а мы констатируем тот факт, что ФРСНТУ сумел сделать третью 10-минутку. Действительно, эта команда здорово сыграла в первую очередь в нападении, забила свои очки, сумела воспользоваться слабыми сторонами соперника и проявила агрессию в работе на щите. Вот это вот те компоненты, которые являются ключевыми в этой 10-минутке, которые, в принципе, вливаются в счет. 55-62 явно не в пользу хозяев площадки. Давайте о цифрах, да, я долго говорил о щите, а сейчас я могу все-таки сказать о цифрах. 28 подборов у черкасских МАВ и 36, конечно же, колоссальная разница.
имеет пару за НТУ, и это при том, что... При том, что в этой 10-минутке черкасские мавпы сняли всего-навсего 6 мячей со счета. Это очень мало. Очень мало. А Фарос НТУ в этой 10-минутке сделал 11 подборов. Рыбалка, ух, какая дальняя атака, не попадает Александр Рыбалка. Немножко не в темп была эта атака. Рыбалка, судя по всему, под бросок должен был выйти правильно, но не получилось. И, соответственно, с таким вот счетом команды уходит на перерыв. В принципе, 7 очков можно отыграть, да, но надо что-то показывать. Посмотрим, какие акценты сделает Максим Микельсон. Ну, по крайней мере, Файерс это удалось сыграть 24-17. Почему черкасам не удастся на 4-й 10 минут? Да, надо работать, надо пахать. В этом матче забил 5 дальних бросков, и все они на счету Рыбалка и Дельховец. Что в этой игре неудобного для черкасских мап? Ну, это в первую очередь молодежь задней линии, которой приходится играть против гораздо опытней, мегаопытных Дельховецкого и Рыбалка. Плюс тоже, по большому счету, опытному по возрасту Тимощуку. Эпизодически эта молодежь справлялась, но не постоянно. Не постоянно. Да, передняя линия по именам у Черкас неплохая. В принципе, это есть, в этом есть преимущество. Но проблема в том, что задние себе могут создать ситуацию. Вот игроки, которые играют в позиции центра и позиции четвертого номера, такую ситуацию очень редко могут себе создать. Они очень зависят от передачи, от работы раздающих. Лавский забивает, а при том еще и делает два с полом. 5 очков подряд может взять Станислав Завадский и приблизить команды друг к дружке. Попадает Станислав Завадский, но еще и отскок не совсем комфортный для тех людей, которые надеялись его подобрать в белой форме. Но в любом случае черкасам удалось 4 очка отыграть. Это сходу с напрыгу 4-й 10 минут. Антонец, его треха не летит, и Бут забирает очередной подбор для Фэра. Вот, несмотря на то, что вроде бы есть преимущество на бумаге у черкасских мап передней линии, это преимущество не выливается в действительность именно в количестве подборов. Копца, второе персональное замечание, но это не имеет, в принципе, никакого значения пока. Канате,
тяжелый бросок, но опять-таки бросок под сирену. 24 секунды оттикало. И черкасам удалось защититься. Черкасам удалось подобрать ключики к нападению соперников. Тут полторы минуты пара не забивает. 4-5 минут. Условно пользуется Кобец. Ну не полностью, если бы забил, то на 100% воспользовался, а так не пошло. Антонец против Хэмилтона. Гуд сам на периметре, он поливает, и он не попадает. И кто же подбор забирает? Подбор забирает маленький Александр Рыбалка. Катастрофа просто во второй половине с таким вот подбором на своем щите у черкасских мав. Нужно атаковать, ну как? Гуд не почувствовал время. Да, вот передача от Тимощука была не такой комфортной, чтобы проатаковать сразу, и, соответственно, вторая атака на старте четвертой 10-минутки от пары, которая закончилась исходом времени. Хоббис против Гуца, конечно же, зря он залез под двух больших. Он попытался исправить свою ошибку в работе на щите. Не получилось, и в атаке уже пара за НТУ. Рыбалка. Рыбалка видит все. Канате. Очередная его атака из-за дуги. Опять в ноль. Бросок Макса Канате. 0-4 сегодня бросил этот игрок из-за дуги. Но это, да, это фол. Эшли Хэмилтон выходит на линию штрафных. У него-то, кстати, 11 баллов, но очень плохой процент реализации с игры. 3 из 7 с ближней и средней дистанции, 1 из 5 с трехочковой дуги. Он, кстати, с игры во второй половине встречи так и не забивал. Только 3 штрафных. Ну и минутный перерыв берет Кирилл Большаков. Он понимает, что его команда за вот эти 3 минуты игрового времени растеряла свое преимущество. Преимущество 7 очков, если бы точно Черкасы сыграли 6 баллов. Ну и сейчас разница всего-навсего в 2 очков. Больше, если говорить о нападении, потому что не все получается у Феро. Более того, несколько раз команда отбегала без броска 24 секунды. И это тревожный звоночек. Вчера БК Киев, кстати, вступил. Киевляне проиграли во Франковске в овертайме, по-моему, даже во втором овертайме. Гаверли со счетом 84-85. Почему я обостряю внимание вокруг этого матча? Потому что это прямые конкуренты в концовке регулярки и Фэро за НТУ, и Черкасский Мал. Эти команды могут поменяться местами, начиная с 4 по 6 место. И вот это вот главная интрига, наверное, перед плей-офф. Кто с какого места зайдет по восьмерку, от этого будет зависеть не только там преимущество своей площадки, а то сыграют они между собой, я имею в виду это трио, или выйдут и попадут на Днепропетровский Днепр, который сейчас на подъеме. Это очень важно, и я думаю, что это может предопределить исход сезона, по сути. Верховецкий поливает, но в этот раз не попадает. Гуц хорош на чужом щите. И там, конечно, зафол. Хороший сегодня матч выдает вот, это вот этот парень, Антон Гуц. У Кривцова 4-е персональное замечание. Но не смотрит
Это Максим Михельсон оставляет Кривцова, а вот Рыбалка возвращается у нас в игру. У Буца 9 подборов уже, 5 очков. Но я на что больше обращу внимание? Что этот парень за 15 минут собрал 4 отскока на чужом щите. Балка, да еще и раздавать умеет. Антон Гус. Результативная передача и плюс 2 очка от Александра Рыбалки. Зал заводится в Черкасах, но что, может быть, действительно поддержка может помочь белым в сегодняшнем матче. Кобель забивает со средней дистанции. Не менее важная атака, нежели предыдущая для Феру. 6 минут основного времени. Я акцентирую внимание на этом, потому что может быть мы увидим овертайм по такой игре. Рыбалка, конечно же, на опыте он остановит Ашли Хэмилтона. Это всего-навсего второе командное замечание. Нет, третье командное замечание для Запорожья. По-моему, третий фолк для Рыбалки. Заслон последовал Завадского, результативный заслон, потому что в падении забивает Александр Хомец. И выводит наконец-то черкасский мав вперед. 66 на 64. Хороший камбэк в начале четвертой 10-минутки от черкасских мав. 11-2. Так сыграли черкасы в эти вот неполные 4,5 минуты игрового времени. Фол. Первое персональное замечание у Максима Мирошниченко. Гуц из-за дуги попадает. Гуц. Нет, заступил, по-моему, заступил, да? 56 на 66. 5 минут играть еще команда в четвертом периоде. Кобис, которого полетела в последних атаках, берет на себя, Кобис носит на периметр Мирошниченко. Ничего себе! Ничего себе траектория полета мяча. Мирошниченко, а эта траектория есть результативная. 69 на 66. Что предпримет Ферро? Завадский. Высоко выбивает мяч из рук Буца. Ну, по большому счету, Завадский в индивидуальной защите понял, что Буца надо опекать и высоко. Зал взрывается в Черкасах. Буца, где защитник, а защитником должен быть при индивидуалке именно Завадский. Завадский успел. Ну, не закрыть, так напугать, по крайней мере, Буца. Эта треха не прилетела, и черкасы готовят свое нападение. Нападение, после которого Большаков может взять и минуту. Пока что черкасы в эмоциональном кураже. Чуть ли не обломал этот кураж. Хэмилтон Кобит, что делает сейчас? С под юбки достал мяч, но не забил. И в атаке Фару за НТУ Тимощук. Рыбалка с дистанции попадает. Александр Рыбалка очередную свою треху. Но это уже интересно. Интрига у нас закручивается. Опять паритет. Очков.
6 подборов и 3 результативные передачи. Это статистика Александра Рыбалка. Завадский здорово развернулся. На постановке попытался что-то сделать Рыбалка, да не получилось. Физики нету столько, сколько у Завадского. Фалить не хотелось Рыбалка. Сохранили мяч гости, Канате. Тяжелый бросок заходит. Заходит тяжелый бросок. Ровный счет у нас опять. Хорошая концовка ожидается в сегодняшней игре. Я говорил, что очень принципиальный матч. Очень принципиальный матч, в котором побеждает нужно и одной, и другой команде. Эшли Хэмилтон остается на площадке. Чтобы выбрать на себя, попросил заслон. Заслона не получилось. Потери тоже. Ну, повезло сейчас Хэмилтону. Явно повезло. Кобец. Тяжеленный просто бросок, но у него не оставалось, в принципе, альтернативы, потому что там 2 секунды, по-моему, было после ввода мяча. Буц развернулся, и, по-моему, зря он это сделал, потому что пробежка. Зачем этот разворот? В принципе, в ситуации он и так опережал Завадского. Можно было просто корявить. Хэмилтон, ну, придумывает Эшли Хэмилтон. Пора бы его уже выучить. Когда попадает за пару Эшли Хэмилтон, то спасение от него только лавочка запасных. Важно наловил Эшли Хэмилтон, и за это все-таки поплатили черкасские Малки. Забил таки Канате, его пятая треха. Пятая попытка, точнее, первая треха. И какая важная, да? Не мог он забить. Вытаптывал периметр и наконец-то попал за 2 минуты до окончания сегодняшнего матча. 74-71. Эмоции взлетают под купол Дворца спорта «Строитель». Кобец авантюрно пошел. Но у Кобца после нескольких атак и хорошего нападения выросли крыла. И сейчас он будет на линии штрафных. У Канате третье персональное замечание. И четвертое командное у Фэра. Это поважнее, потому что каждый последующий фол будет пробивным. От Александра Копца. Андрей Кальниченко выходит на площадку. Наконец-то разобрались, кого нужно поменять. Именно Игоря Кривцова. Копца 11 очков, 4 передачи, 2 подбора. Тоже неплохой матч он сегодня выдает. Важная атака сейчас для Фаро. Эшли Хэмилтон вывел мяч за пределы площадки, и у Запорожья будет 12 секунд. А в общем 100 секунд до окончания основного времени. Интересная цифра. И плюс 2 для Фаро. Канате! Опять Канате стреляет, и из-за дуги не попадает, и Хэмилтон просто своим взглядом провожает. Мяч за пределы площадки. Ну, каждая атака, понятное дело, в концовке встречи будет мега важна. Хэмилтон пару кроссов и чуть ли не потеря.
если так сумбур заканчивается все-таки тем, что Хэмилтон вырывает как-то мяч, бросает, а фол дают за Ватсону. Ну. Четвертый фол у Станислава Завадского за минуту до окончания игрового времени. Даже спокойный и флегматичный Стас Завадский завелся под концовку матча. Сегодня, кстати, самый результативный в составе своей команды. Но это абсолютно ничего не значит, потому что его коллектив проигрывает пока что Фару за МТУ. Не надо вытаскивать какие-то сверхсилы. Сверхзапасы. Пока что в защите у них получилось. От Канате мяч ушел за пределы площадки. Теперь нужно подумать о нападении. Может быть, не думать о том, чтобы отдать вот мяч Хэмилтону. Опять за игру Хэмилтона. Верят в его игру. Опять же Хэмилтон пытается этими кроссами раскрутить. Там он концу не очень сладко, по-моему. Вот в этой защите досталось Диме. Тяжелое падение. Ну и видно. Видно, что в концовке встречи черкасские Мавпы рассчитывают на индивидуальное действие Эшли Хэмилтона. Пока что, ну, не полностью они себя оправдали, но решили так. Решили так сделать. А забить сейчас Хэмилтон, да, было бы два с фолом, и мы говорили бы все наоборот. В любом случае, британец выходит на линию штрафных. Колено у Антонца. Это очень обидно. Хэмилтон не забивает, но мяч падает прямо в руки Станиславу Завадскому. Важный подбор на чужом щите. Подбор, который может быть переплавлен в набранные очки. Одна секунда остается. Кальниченко успеет, не успеет, не успевает. Не успевает. И зал как выдыхает. Зал как выдыхает. Но зачем это была передача от Мирошниченко? Побоялся сам атаковать. Побоялся сам атаковать. Молодой защитник. И за это черкасы могут поплатиться. Последнее нападение. Понятно дело, что не последнее в этом матче, но, в принципе, по секундам, да, вроде бы последнее. Но это если черкасы не будут фалить. А я думаю, что сейчас будут фалить сразу же черкасские Мавпы. Так оно и есть. Александр Кобец фалит. Притом, ну, не на самом лучшем кандидате для этого. Может быть, и не надо было фалить, но, по крайней мере, если фалить, то не на рыбалку. Черкасы решили оставить последнее слово за собой. И сейчас важно, как пробьет эти штрафные Александр Рыбалка. Только в овертайм. Только в овертайм смогут перевести своей атакой этот матч черкасский Мавпы. Если они забьют трех, конечно же. Именно трехочковое попадание нужно черкасским Мавпам, чтобы спасти этот матч. Матч равный соперникам по сегодняшней игре. В принципе, отрезки очень неплохо черкасские Мавпы. А вот мяч сумасшедший просто траектории от Максима Мирошниченко. И тут побежит. Но в любом случае Гудс выдал очень сильный отрезок, чего стоят его подборы на чужом.
кстати, 10 подборов уже собрал Гуд. Это самый высокий показатель в этом компоненте. Сыграл далеко не больше всех времени. Александр Рыбалка, лидер Фарреза НТУ, имеет в своем активе 27 очков, 6 подборов и 3 результативные передачи. Завадского 22 очка, 6 подборов и 1 ассист, по-моему, 3 блокшота. Кому сейчас, кому Максим Никитсон доверит эту атаку? Атака должна быть трехочкова. Понятное дело, что по защите Большаков тоже разбирает и разбирал хорошо работу на периметре. 17 секунд есть у хозяев площадки, дабы что-то сделать, дабы перевести игру в овертайм. А вот так даже решает Черкасский мап, а Хэмилтон не забивает. Фантастика просто, казалось бы, должен был вколотить сверху. Вот он и нежданчик этого тайм-аута, да? Максим Нихмисон решил поставить все на красное. Решил сократить отставание, после этого отвалиться и посмотреть, можно ли выигрывать в основное время или нет. И вроде бы все было здорово, но Хэмилтон не забил. Ставка на Эшли Хэмилтона не сработала в конце игры. И Эшли Хэмилтон, как лидер, не сыграл, к сожалению. Ну а Вельховецкий тем временем отдаляет Черкасы от возможного результата сегодняшнего матча. Нужна быстрая атака, потом очень быстрая атака. Эшли Хэмилтон. Но Мирошниченко 4 секунды. Но атаковать надо, ребята, вам, а не возить мяч. Ну и все, время убежало. Да, Хэмилтон забил, но это абсолютно ничего не значит. Фарреза НТУ выигрывает. По-моему, считать надо было эти 2 очка. В любом случае, условно, 73 на 77. Фарреза НТУ выигрывает. Выигрывает у черкасских МАВ в архисложном матче. На этом мы будем с вами прощаться. Возле микрофона был Вячеслав Лукушанский, режиссер трансляции Владимир Горовой. Любите баскетбол, ходите на баскетбол и болейте за своих. Всего доброго.